то есть только снега навело. С камерой. Да. Обалдеть, сколько снега. Ничего себе. А у нас на этой неделе снег трактор чистил. И все замело буквально за ночь. Зашли в магазин «Читай город». Мне кажется, книги уже никто не читает. Они стоят как космос. Я бы хотела прочитать «Анну Каренину». Я смотрела фильмы, но вот книгу не читала. Надо поставить себе на следующий год цель купить книгу Льва Толстого «Анна Каренина» и прочитать ее. Достоевский, идиот. Надо кое-кому подарить эту книгу, пусть читает. Уборщица. История матери-одиночки. Ой, я помню, когда я работала уборщицы, это было адско просто. Интересно, там же про что? Ну, в принципе, похоже. Да. Нашла себе игрушечку? Давайте покажу вам, что мы купили сегодня. У нас была такая небольшая вылазка в супермаркет Ашан, и мы там немного закупили продуктов. Начну вот с этого края. Макаронные изделия. Взяли мы 4 пакета разных макарошек. Молоко 2,5, масло подсолнечное, бутылочку в запас, сгущенка с сахаром, это я взяла для себя, добавлять буду в кофе, кетчуп болгарский 250 грамм, 27 рублей, я взяла вот эту упаковочку для маринада, я хочу на Новый год курочку замариновать, и вот пакетик вот этот я и взяла специально. Суповые наборы для бульона, готовить супчики. Астория соус сырный. Взяла бедро куриное. Распечатаю, посмотрю состояние вот этих вот бедер. Если мне не понравится, то в мясной лавке куплю еще. А это пойдет уже, ну, на супы, например. Взяли шарики. Посмотрите, какие красивые шарики. Это Вика выбрала. Елку будем наряжать. Так, дальше поехали. Корнишоны. Мы очень редко кушаем соленье.
Я уже много раз это говорила. Даже вот сейчас стою у прилавка с соленьями, с помидорками, с огурчиками. У меня все скулы сводит прям вот от одного вида. Кетчуп Слобода с базиликом для гурманов. Ну, спасибо, спасибо. Так, взяла 20% сметану. Буду сравнивать по густоте. Ну, правильно вы написали в комментариях, что, скорее всего, добавлен там желатин, загуститель, поэтому она такая густая. Ну, сейчас у нас найти молочные продукты без каких-либо добавок просто, ну, нереально. Кукуруза сахарная. У меня есть банка кукурузы. Это я так взяла про запас. Пусть стоит в холодильнике, мало ли там еще захочу. Икра из кабачков. Обожаю кабачковую икру. И люблю именно в жестяных банках, не в стеклянных. Горошек. Кормилица. Горошек зеленый с мозговых сортов, стерилизованный. Надо обязательно брать всегда с мозговых сортов. Ватные диски и ватные палочки. Ну, это мелочи. Купили мандарины на пробу. Взяли немножечко. Килограмм стоит 89 рублей. Мы взяли на 57. Это на пробу. Никогда не беру мандарины сразу много, потому что надо сначала найти вкусный мандарин, а потом покупать. Слобода провансаль, майонез, огурчики. Так, смотрите, огурчики по цене сейчас у нас 119 рублей 99 копеек за килограмм. Огурцы хорошие, плотные, не мягкие, нормальные такие. Пресерва для салата. Я селедку под шубой обязательно делаю, даже если мы ее не едим. И селедку я добавляю именно вот такую вот, уже готовую, резаную, чистить не надо, ничего не надо. Достал, напополам разрезал и вообще замечательно. Свекла. Так, свекла. Свекла у нас стоит сейчас 19,99 за килограмм. Здесь у меня больше килограмма на 21 рубль. Цены на овощи сейчас очень хорошие, я бы так сказала. Десерт глазированный. Это я взяла для себя. Вика такой не стала покупать себе. Рис круглозерный. Я вот не могу понять, почему у нас рис стал такого плохого качества. Без разницы, какая цена, но рис в основном весь какой-то, знаете, как дробленый. Ветчина сочная. Взяли сразу палочку. Здесь у нас килограмм. Итак, дальше поехали. Картофель белый. Цена картофеля 19,99, у нас вышло на 26 рублей 59 копеек. Картофель откуда, я даже не скажу, но тут нету. Ну, Россия написано, Мытищи. Лук. Лук, кстати, подороже, чем картофель. 24,99 за килограмм. И взяли мы на 30 рублей. Тут большие луковицы 4. Мурки взяли добавлять в еду китикет для вкуса. И хлеба понабрали. Взяли черного, взяли разрезанного обычного и вот такого вот мясского. Тоже взяли хлеба. И морковь. С морковью там какие-то были проблемы, я бы так сказала. Но покажу вам, сколько стоит килограмм моркови. 17,99. Я взяла две штуки на 7 рублей. Обалденные цены. Всегда бы так. Ну, в общем, вот такие вот у нас были покупочки.